смеете, когда? Потому что они счастливы, и я и ты счастлива. Ну и дура. Воспитывалась при Советском Союзе тоже. И родители твои жили при Советском Союзе. Да, и это наша история. Я вам сочувствую, женщина. Сочувствую? Так да, не надо смеяться здесь, если вы сочувствуете. Прямо как изверги молодежь такая. Какие вы только жестокие. Вы нашу историю, наше сердце бьете. Прямо сердце режете. Бессовестные, смеетесь туда нагло. Женщина, вам ребенку пора. Для детей? Мы жили в Советском Союзе, который советскую власть нам дал. Именно Владимир Ильич Ленин революцию такую сделал. И присоединил эту западную Украину ебучую эту. Да, потому что нет слов для выражения. Вы жили для детей или для себя? Мы жили... Для вообще, всех. Каждый, для всех что? Жили. Человек живет, чтобы лучше было у детей или у себя. Ну, мы жили, правда? На свою родину работали. У нас была родина, а сейчас нету родины. Пусть молодежь выбирает. А молодежь, жить. Куда она идет? С голой жопой в Европу? Ну хай идет. Вас там не ждут никто. Да вы ж кричали нам в Европу подавай. Мы не кричали. Да там же. Что плохого? Мы не нужны с голой жопой в Европе, понимаете? Не нужны. Мы говорим о это наша история, которую вы уничтожаете и улыбаетесь здесь. Скажите, Гитлер стоят нам в Украине? Стоят. Где? Вот там западным стоят. В Европе, да. Нет ни одного. В Европе, да. И Ленин стоит, и в Европе музей Ленина, да. Нет памятника Гитлеру. Есть. То ты плохо знаешь. Понятно? Ты плохо знаешь. Там Меркель даже за своими, Гитлер, вот за нашим Лениным, нет, там что... целый музей. Это такого Ленина и большого вы Ленина. Вы слышали, что я вам сказал? Что? Гитлеру памятник есть? Знаете, кто такой Гитлер был? Фашист тоже. Вот, был для него, да, памятник? Гитлер, а вы же там говорите, памятник? Что Гитлер, это самое Гитлер? Очень хороший. Некоторые молодежи говорят, лучше бы мы жили с фашистами. Я вам хочу сказать, что Ленин и Гитлер, они в принципе одного сапога пара. Один строил концлагеря для чужих народов, этот строил концлагеря для своих народов. В чем разница? Мало строили. Мало. Вы мало. Бить понятно? Надо больше. У нас, да, народ по-другому не вот может. Вот а вы просто не понимаете, что это наша история. Не ваша, а наша. А вы ломаете нашу историю. Мы ломали его. Вы нам а почему вы наше будущее ломаете? Какое будущее? Будущее. Девочки, какое будущее? У вас нет будущего. У вас нету будущего. И не будет никогда. Ну, конечно, с такими сто лет пройдет. Сто лет. Конечно. Пройдет. Ну ничего, еще пройдет 2017 год. Хорошо, придет, мы, да, будем его ждать. Апокалипсис. Потому что история повторяется. История проходит и повторяется. 2017 год придет. Хорошо, мы будем ждать. Ну не надо смеяться над нами. Да не мы, надо. Вы этого. Мы вам все распевчиваем. Мы заслужили нашу историю сохранить, а вы недостойны. Историю сохранить. Улетел. Да, улетел. У тебя еще язык говорит, улетел. Молодежь называется. Молодая молодежь. Где же молодежь эта? Подонки. Конечно. Сталина нет. Ржут как лошади. Распиздяй. Ай-яй-яй. Не, чтоб на завод, они смеются. По дороге. Так все я буду защищать. О, метелка еще. Конечно. Ты как